Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Выполняем выпад правой ногой вперед, угол в коленях 90 градусов, корпус прямо. Возвращаемся в исходное положение. Затем делаем выпад в сторону, перенося вес на правую ногу. Левая нога прямая, угол в правом колене 90 градусов. Возвращаемся и делаем выпад назад. Принимаем исходное положение и повторяем то же самое с левой ноги.